Четвертая книга Моисея, числа, глава 25. И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Муава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля, и сказал Господь Моисею: «Возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня». И сказал Моисей судьям Израилевым: «Убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фигору». И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финиес, сын Елиазара, сына Ааронова священника, увидев этого, встал из среды общества и взял в руку свое копье, и вошед вслед за израильтянином в спальню, и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря: «Финиес, сын Елиазара, сына Ааронова священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи: вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Имя убитого израильтянина, который убит с мадианитянкой, было Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова. А имя убитой мадианитянки — Хазва. Она была дочь Цура, начальника Оммофа, племени Мадиамского. И сказал Господь Моисею, говоря: «Враждуйте с мадианитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Фигором и Хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрою своею, убитою в день поражения за Фигора».